ну, более-менее уже превратить в некоторое бедро. Значит, что мы берем? Берем оранжевый. Оранжевый есть у вас, да, или нет? Я оранжевый не говорил взять? Нет. Ну хорошо, можно взять красный, допустим. Есть, а ты даже несколько. А, ну, давайте, какой-нибудь оранжеватый. Оранжеватый, сиена. И охра. Ну, и чуть белил. Да? Вот сюда намешиваем, сюда мазючкаем. Да? Потом берем пальчик и растираем, чтобы было такое мягкое пятнышко. Видно? Потом охра, и, ну, соответственно, белилом немножко разбавляете. И смотрите, девчонки, еще раз подойдите к экрану, ну, чтобы не делали это, вы же в состоянии запомнить. Теперь и световая часть, да, свет отсюда же у нас как бы попадает. Теневая, световая, это уже рефлекс, да, но все равно это вы в световой части, ой, в теневой части находится. Да? Здесь рефлекс, здесь рефлекс, здесь рефлекс, здесь рефлекс. Но по сути вот эта вся часть теневая. Оранжевый, сиена, охра и по мере надобности белила. Но у меня сиена смущает твоя. А ну еще раз прочитай, что там за сиена у тебя. Ну я бы чуть-чуть все-таки сделал бы вот темнее в месте перехода. То есть слишком такой переход переходный. Ну, слишком жесткий переход. Сделай чуть помягче. Смотри, вот это. Видишь, у меня вот тут не так светло, как у тебя пока. Да-да. И потом я здесь осветляю, у меня получится два перехода. От темного к среднему. И потом от среднего к светлому. А у тебя.